夜を照らした月色の恋、急に止まった帰り道に浮かんだ願いは、空を舞うような君の話にずっと笑っていたい、モノクロの歌とともに、唇に溶けた君と月、大丈夫だ、Так, ребята, я вас приветствую, мы снова здесь, you, me and here. Предыдущая серия у нас была довольно расслабляющая, довольно милая, Паруто Миюки, по сравнению с предыдущей, например, потому что предыдущая серия была прям полна сожалений, разочарований, я не знаю, депрессника, то эта серия, предыдущая серия была милая, мы, кажется, я так понял, подходим к концу Рута Миюки, мы... Передумали, мы решили признаться ей в чувствах, мы сорвали ей концерт, на самом деле не мы, а Аои. Аои вроде как отправилась домой, к Богу. Ну, мы не знаем этого. И предыдущая серия закончилась на такой пикантной ноте, то есть у нашего героя день рождения, и мы, конечно же, его не отмечали, потому что когда ты сам отмечаешь день рождения, это как-то странно, да? И вот наш герой тоже подумал об этом, и к нам пришла Миюки, мы пара, мы теперь все в классе об этом знают. И Ятаро тоже смирился с этим, мы его не кинули, если что, так что друзей на сиськи не меняют, как бы. Ну, в данный момент я бы подумал, на самом деле. И, в общем, вы представляете, что нас сейчас ждет, так что приятного просмотра, 18+. И обильные курганы угрожают вылезти из ее лифчика. О, вау, странно, а что у меня здесь зеленое? Наши губы по-прежнему зажаты, я пытаюсь отцепить их. А, это он. А я жду звуков. Синичи. Не торопись, пожалуйста. Я ведь никуда не денусь. Да, я знаю. Я... Отлично, теперь она меня подразнивает. Подавив импульс спешить, я сам успокоился, неуклонно цепляя ее. Лифчик. Ну, Синичи, я действительно с нетерпением жду возможности провести остаток жизни с тобой. И улыбка чиста, как это было, когда мы были детьми. Кавай. Мы сидим рядом на диване, опираясь друг на друга, и едим наш торт. Спасибо. Нет, тебе спасибо. Я обязательно запомню этот день до конца своей жизни. И остальная часть моей следующей жизни тоже не забудь ее. Я клянусь, я никогда не забуду. Ну, хорошо, а теперь ты, наверное, преувеличиваешь. Да ничего не преувеличиваю. Мики дуется. Ну, я имею в виду тебя, ты же забрал мою девственность, да. Очевидно, я никогда не забуду свой первый раз. Так что теперь каждый год в твой день рождения мы всегда будем напоминать о нашей первой встрече вместе. Понятно. Ты не хочешь? Да нет, почему? Хорошо, спасибо. Ну, я не отпущу тебя, мистер. И слова заставляют меня улыбаться, несмотря на себя. В этот момент я самый счастливый человек на свете. Ну, неужели? А, да, точно, я же почти забыл про подарок.
Хотя не то, чтобы он тебе теперь нужен. Что ты имеешь в виду? Ну, знаешь, как еще в классе ты говорил о том, какая униформа гоночная является твоей мечтой или чем-то еще. Да? Поэтому я купила одну сегодня и... Я подумал, что хотел поделиться этим подарком с тобой на твой день рождения. Но потом я попала в самый жаркий момент, и теперь мой подарок просто бессмыслица. Нет, не бессмыслица! А? Ну, Синичи, мы же уже... Что за... Синичи, для тебя я могу... Сделать это столько раз, сколько потребуется. Ну и дела. Как я не догадалась. Миюки! Я безумно в тебя влюблен, не больше и не меньше. Ну, ты большая бака. Ладно, я поняла. Поняла. Хорошо, я пойду и надену его. Ты просто подожди прямо здесь. Красавчик, вот за это я его люблю. Подождите меня, мастер. Или господин. Покажите-ка мне. Ну-ка, покажите-ка мне. Вы же не будете не показывать, верно? Я разочарован. Я хотел увидеть этот арт, если он есть, конечно. God damn it. Так близко. Ну, у тебя почти получилось в этот раз. Я не сдаюсь. В этот раз я точно попаду. Сегодня мы арендовали бейсбольный этот место только для себя. Микки бьет мячом за мяч за мячом. Ее форма все так же очаровательно, красиво, как и всегда. Утю-тю-тю-тю, кто там? Я слышу небольшое мяуканье снизу. Я смотрю вниз под скамейку, чтобы найти там... Подожди, я знаю тебя. Еще бы не знать. Блин, опять близко было. В этот раз третий уже. Блин, я знаю, что почти, но почти не считается. Эй, что такое, Синичи? Ты даже не смотрел на меня. А, прости, я тут отвлек случайный котик. Котик! Где? Покажи маленький черный котик. Синичи, ну-ка сделай фотку. Сделай несколько фоток для меня. Подожди, ну мой телефон, подожди, а где я вообще положил свой телефон? Ну вот, возьми мой, давай быстрее. Ладно. Она протягивает мне свой телефон, и я забираю его. Подожди, что за... Это смартфон? Что случилось с твоим старым раскладным? Синичи! А, да, понял. Маленький приятель. Просто подожди. Боже. Эй, привет. Ты можешь не двигаться? Пожалуйста. Блин, недостаточно. Какая трата прекрасной возможности. Послушай, я извиняюсь, ладно? О, боже, браво, Миюки слишком сильно любит кошек. Я вздыхаю и возвращаю ей телефон. Но тогда мой палец касается не той кнопки. Из ниоткуда на экране появляется фотография. На этой фотографии, которую мы сделали вместе. Мы так счастливы вместе. Подожди. Подожди секунду. Крыша — это наше особое маленькое место для нас двоих. Тогда кто, черт возьми, сфотографировал нас? Синичи. Подожди, Синичи, что там делаешь с моим телефоном? А, прости, я ничего не хотел. Кайсте! А ну верни быстро. Прежде чем я успел ответить, Миюки с очень красным лицом выхватывает у меня телефон. О, неужели там что-то? Ты же не читал мой дневник, надеюсь. У тебя там дневник? Теперь, когда она упомянула об этом, я, кажется, вспомнил, что видел папку,
полностью выглядел как фотография рукописных заметок, судя по миниатюрным изображениям. Значит, ты делаешь фотографии своего дневника? Да, но для чего? Кто потрудился пойти на такие усилия? Замолчи, ладно? Это свободная страна, ты знаешь? Вообще, да. Я просто хотел иметь возможность вспомнить свои воспоминания с тобой в любой момент. Неужели это так странно? Да нет, нет, совсем нет. Мики всегда была приветливой. Хотя я думаю, что она немного расстраивается из-за этого. Горло, плиз. Но, честно говоря, с моей стороны было нехорошо смотреть на вещи на ее телефоне. Мне все это очень жаль, Миюки. Я не должен был смотреть. Хорошо. Извиняюсь, что я на тебя взъелась. Прости. Что ты имеешь в виду, это взъелась? А чего ты ожидала от меня? В качестве своего наказания хочу, чтобы ты отвел меня домой. Ага. Уцумаде. Тебе лучше тащить эту биту, пока не получишь. Или ты слишком напугана, чтобы взять ее? Да нет, хорошо. А что, ты не называешь меня цыпленком сейчас, а? А, она сказала, давай бери свою биту. Я неохотно встаю на место. Микки протягивает мне металлическую бейсбольную биту. О, эта тема. Ну, приготовься к удару. Я занимаюсь... Ой, ну, пару раз раскачиваюсь. О, дайте мне погромче это. Ладно, этот момент это... Погромче сделаю, постараюсь. Я знаю, что моя стойка не идеальна. Особенно по сравнению с ее стойкой. Синичи! Какой я? Синичи, давай, постарайся, ты крутой. На, едва ли. Контони, какой? Ты самый крутой. Ну давай, Синичи, я в тебя верю. Имею в виду, я постараюсь изо всех сил, конечно. Но остальное зависит только от удачи. Все, что я могу сделать, это собрать все свои силы и замахнуться. Ну, давай, сделай это. Давай, чертов мир. Ты сделаешь это. Я знаю, что это будет звучать глупо. Поверь мне, я тоже едва мог бы в это поверить. Но веришь ты или нет, но когда я ударяю по мячу, с первой попытки... Он пробивает целевой центр хоумран. Как будто Бог сделал это случившимся, просто чтобы связаться со мной. Все, Бог заставил это произойти. Да, кайфует от этой темы. Прошу прощения, я хотел материться. Как я понимаю, вы не наелись. Я тоже. Но если что, это только начало игры. Скажем так, мы прошли пролог. Так что не думайте, что это конец игры. Походу, кому-то скоро придется ползти к гайдам. Боже, тут еще столько контента, но они так троллят, на самом деле. Типа, обычная новелка на 2 рута, да, насколько? На 10 часов. Прям как в Токи-Доки. Yeah.
Да, он, кстати, Just You Say, они перевели на английский. Низкий им поклон, между прочим. Я уже думал, манга геймеры, обычно они все переводят новеллы с японского. Ну, по крайней мере, которые я знал, слышал. Фон изменился опять же, кстати говоря. Хентай сцены, музыка, галерея, 2% галерея. Так, ну давайте попробуем что-нибудь здесь поделать. Я пока что... Так, господа, вроде я тут скип остановился, так что... Ну, вроде это было, но ладно. Очевидно, это единственный в своем роде предмет ручной работы, выражение которого слегка искажено. Такая милашечка. Серьезно, одна фраза? Презентунано. Вот еще на чем мы остановились. Нет, это подарок от Шиничи. Нельзя. Я просто заставлю его потом принести мне что-нибудь еще. Что-то, что лучше мне подходит. Ты ведь не против, правда, Шиничи? Думаю, у меня нет выбора, не так ли? Она на самом деле хочет, чтобы я что-то ей купил, или она просто говорит... Это чтобы как бы освободить Аоя. Я не взволнован, чтобы особо узнать об этом. Ну, теперь. Вот. Микки сует подарок в руки Аои. Ты уверена? Блин, спешу куда-то. Да, очень полностью уверена. Но ведь... Если что, мы начали New Game Plus. Думай об этом как подарок от нас обоих. Давай, примерь. Давай посмотрим на эту красивую улыбку. Туру. Хорошо. Она спокойно принимает подарок. Синити. Ну, я не буду пока записи вырубать, вдруг здесь сразу. Что-то должно поменяться, короче, должны появиться какие-то развилки. Но я пока не разбирался, как что. Так что пока быстренько это... Пока еще нет. Так, а о чем мы говорили? Аой снова здесь. После школы решил встретиться. На крыше с остальными. Эхо, зачет за момент. Слишком быстро. Еще нет. Последние несколько дней мои телефонные звонки не доходят. Ну, не расстраивайся сейчас. Игра была перекодирована, чтобы ты и Миюки смогли быть вместе. Тебя она никогда не отошьет. Так что тебе больше не о чем беспокоиться, Шиничи. Ты можешь любить Миюки столько, сколько захочешь. А, верно. Спасибо. Да не за что. Я не вижу бога Аои. Я знаю разницу между реальностью и вымыслом. Я не настолько сумасшедший, чтобы верить, что ее бог действительно поможет мне. Но Аои молится за меня. И это мысль, которая имеет сейчас значение. А, ну в любом случае, давай найдем Миюки. Хорошо. Ну, уже знакомый момент.
Тю-тю-тю-тю-тю. Микки тоже замолкает. О, сейчас что-то другое, да? На мгновение никто из нас не говорит ни слова. Есть идея, где она может быть? Откуда я знаю? Она никак не может быть на крыше школы, даже когда на улице льет дождь. Ей даже не следовало быть... Ей бы следовало, точнее, быть... за воротами. Думаю, нам нужно поискать ее везде. Наверное. Ты тогда на юг, а я направлюсь на север. В этом случае мы можем встретиться у меня дома, ладно? Хорошо. Звучит хорошо. И вот мы с Микки расстались, чтобы обыскать темный город. Где она могла взять... Куда она могла взять маленькое животное так поздно ночью и отвезти его? Мне вообще ничего не приходило в голову. Привокзальная площадь. Торговый район. Парк, дорога, ведущая к школе, угловой магазин, различные рестораны быстрого питания. Из подсказок мы ищем, ищем и ищем. Проходит час. Какой-то момент во время поиска, ой, подождем, дождь стихает. Ну что, ты нашла ее? Она там даме даттано. Я так вижу, что ты тоже нет. Я нахожу Микки, ожидающий меня возле моего дома. Ее поражение лица, я могу сказать, что она полностью сдалась. На данный момент мы ничего не можем сделать уже. Но... Наверное, она пошла домой к своим родителям. Теперь, когда дождь прекратился, давай закончим на это. О, так, этот выбор я видел в гайде. Сейчас посмотрим. Так, секунду. Так, господа, в общем, я так понял, ну, я пока особо не разбирался, но вроде как, если судить по гайду, то оба этих варианта ведут к бэд-энду. Ну, или просто концовке. Ну, давай сдадимся сначала. Посмотрим оба, давайте. Да, ты права. Независимо от того, сколько раз мы звоним, ее телефон не отвечает. Уже поздно, и у нас нет никаких потенциальных идей. Давай тогда закончим на сегодня. Я киваю. Я чувствую себя совершенно обессиленным. Я был так рад, наконец, подружиться с ней, но в конце концов, это то, что в итоге мы получаем. Хора, да ладно, успокойся, не позволь этому расстроить тебя. Я уверен, что Аой только вернулась в дом своих родителей. Она должна быть там, где она есть. Я надеюсь, ты права. Я неохотно киваю снова. Ну ладно, увидимся тогда завтра в школе. Да, увидимся завтра. Я отправляюсь в свой дом. Боже, какой длинный день. И в конце концов, я до сих пор не знаю, где находится Аой или что она вообще делает. На самом деле, у меня даже нет конкретных доказательств того, что она ушла из манго-кафе, чтобы спасти котика. Все, что я могу сделать, это спросить ее завтра, когда я увижу ее в школе. Я забираюсь в кровати и тихо закрываю глаза. Короче, я сейчас сделал это на окнанном режиме игру, потому что иначе я задолбаюсь сворачиваться туда-сюда, так что я извиняюсь, если что. Вряд ли качество немного, может быть, пострадает от силы капельку, так что... Сумимасен, если что. Просто мне так удобнее гайд смотреть и останавливаться, и сворачиваться. Ну, понимаете, надеюсь. То, что сейчас игра будет превращаться в разные развилки, туда как-то пиксель-хантинг. Я не говорю, что это плохо, просто мы будем искать разные разветвления, которых тут дохерища должно быть. И тут куча переигровок, то есть вы будете игру проходить раз 20-30 где-то. Насколько я посмотрел по гайду. Я особо себе не спойлерил, но я увидел, что игру где-то раз 20 надо точно пройти будет. И каждый раз будут там всякие новые развилки, выборы. В итоге вы выйдете на рут Аои, например, в будущем. То есть это правда, если что. Вот. Ну, это было очевидно, на самом деле. Она же не просто так здесь в игре. Доброе утро. Охайо. Доброе. Так, подожди, это что за момент? Что такое, чувак? Ты выглядишь не слишком хорошо.
Да нет, я в порядке. Хотя на самом деле нет. Так, это какая история? Про трусики или про то, что ему... Нет, отец ему вломил, там было видно. Ютара почти никогда не позволял вещам добраться до него вот так, что означает, что ситуация с его братом должна быть критическая. Блин, мне так музыка нравится его. Дай подумать. Может быть, твоему брату нужна девушка? Сказал, девушка? Возможно, он сейчас немного нестабилен, но если бы у него был правильный романтический подход к его жизни, он, вероятно, расслабился бы. Понял. Да, и правда имеет смысл. Разве нет? И где мне достать ему девушку? Слушай, ты же капитан клуба парней их мечты, не так ли? Конечно, ты можешь помочь ему найти одну или двух. А, мечту исполнить его одну или две. Я даже не могу найти своей собственной чертовой мечты. Почему я должен ему искать? Это я уже слышал. Но твой брат косплеер, верно? Значит, он должен быть красивым. Конечно, он может найти кого-то на сегодняшний день без особых проблем. Ну, на самом деле, не слишком много говорил об этом. О! Кстати, если подумать, я почти уверен, что он упоминал сегодня утром, что он немного влюблен в кого-то. Слушай, по мне, так Ютаро тоже красавчик, вам не кажется? Да, блин, охеренный. Ну, красивее нашего главного героя, учитывая, что главный герой глаз не видно даже. Что, серьезно? Доброе утро. Охайо. Микки входит в комнату и сразу весь класс оживает. Как обычно, она быстро привлекает толпу. Мус, подожди секунду. Блин, этот кот достал просто. Порой достает, капец. Мус! Она осматривает комнату, и ее взгляд останавливается на пустом столе. Ой. А ее в прошлый раз тоже, да, не было? Или была она в школе? Сложно. Она стреляет меня просительным взглядом. Но у меня нет ответа для нее. А вдруг с тобой что-то случится в этот раз? God damn it. Это был последний раз, когда я видел Аой, прежде чем она исчезла. Могу поспорить, что она... Это она взяла кошку, вот почему... Она исчезла с ней. Это моя вина. Испарилась с кошкой вместе. После этого Миюки была... в плохом настроении. Но что касается меня, я должен верить, что в ее исчезновении было нечто большее, чем просто... Там должна быть какая-то другая причина, что-то, чего мы просто не понимаем. Но даже без Аои мои отношения с Микки оставались крепкими. Я пытался спросить своего учителя в классе об Аои, но все, что он мне сказал, было... Мы ничего о ней не слышали. Никто ничего не знает о ее семейном положении. Так, ребята, в общем, каким-то местом почему-то у меня не записалось последние 20 минут. Так что, еще раз. Я пытался спросить своего учителя в классе об Аои, но все, что он мне сказал, было, мы ничего о ней не слышали. Никто ничего не знает о ее семейном положении. Очевидно, никто больше не подозревал, что она остановилась в манго-кафе. Там грустно. С тех пор. Я поднимался в центр вселенной ровно один раз. Я подумал, может, если я позвоню ей оттуда, мой телефонный сигнал может сможет дойти до нее. Я знаю, что это было бы игровой мозг, мозг геймера, я просто надеялся на чудо. Но независимо от того, сколько раз я пытался, звонок никогда не проходил. Все, что я получил, было сообщениями об ошибке и не работает. Но так ведь оно и должно быть, верно? Кто-то новый приходит в твою жизнь, и затем в следующий раз ты понимаешь, что он уже ушел. Еще один человек приходит, другой человек уходит. Снова, снова, снова. Ну, типа, один человек приходит, а он также уходит из жизни. Так, если она ушла, ничего не изменится. Во всяком случае, все просто нормализовалось.
Ой, больше не моей жизни. Это все, что нужно знать. Я уверен, что скоро привыкну к этому. Скоро привыкну. Я скоро привыкну к этому. Так вот грустно. Полегче, парень. И что это такое у нас? Как только Ютаро входит в класс, он подходит и хлопает листком бумаги по моему столу. Столу. Увольнение из клуба. Отставки. Подожди, там что-то написано? Письмо об увольнении, да. Кажется, я ошибся, пригласив тебя в БД-клуб. С этого дня ты вылетаешь из него. Ладно. Как ты можешь так легко соглашаться с этим? Ну, я имею в виду, я с самого начала не хотел туда вступать. А я не подозревал, что ты такой трус. Как ты можешь назвать себя мужчиной, разве ты не чувствуешь тяжести одиночества на своих плечах? Найди уже свои мечты. Так и должен жить настоящий мужчина. Ну, ты и без меня сможешь веселиться, парень. Приятель. Ютаро может продолжать кричать все, что ему нравится, но я... А? Из ниоткуда Ютаро хватает меня за воротник. Он смотрит на меня с интенсивностью примерно на 50% более неприятной, чем обычно. Ютаро? Я разрываю все связи с тобой. Прости, что? Я не могу дружить с другом. Точнее, с тобой, если ты даже не будешь дальше продолжать искать Мукоу. И больше не подходи и не разговаривай со мной. Разрывать все связи. Знакомое слово пронзает мое сердце. Да ладно, чувак, это не смешно. Я не шучу, я серьезно. Синичи, я знаю, ты знаешь. Если твои мечты ускользнут, ты разрушишь себе жизнь. Я знаю, ты знаешь, что тебе нужно делать. Память о том роковом дне мелькает в моей голове. Если бы тогда Миюки не угрожала разорвать отношения с Аой, возможно, мы все еще были бы друзьями сегодня. Так, язык, соберись. Ну а теперь все кончено. Ой, исчезла без протестов. И теперь наша дружба разрушена, закончилась. Слушай, это все уже в прошлом. Синичи! Синичи! Ютаро кричит мне в лицо. Но это не доходит до меня. В моем мире нет бога. Нет никаких божественных сигналов. Мой единственный выбор и привыкнуть к моей новой жизни без нее. Мой единственный выбор продолжать жить. Она исчезла по собственному желанию. Ты просто используешь это в качестве оправдания. Я знаю, это окей, я знаю это. Я постоянно ищу предлог, чтобы ничего не делать. Я такой жалкий ничтожество. Таким образом я избегаю травм. Такой вот я парень перед тобой. Так что мне просто нужно к этому привыкнуть. Ютаро стаскивает с меня руки, словно я какой-то мусор. Я натыкаюсь задом и ловлю себя на столе. Спаси себя снова. Чему тебя научила Мукоу? Он сует письмо об изгнании. У меня. Ну, увольнении. Что, чему Мукоу научила меня? Она действительно научила меня чему-то? Ирасайма! Добро пожаловать! О! Сасуки-сэмпай! Сасуки-сэмпай! О, привет, Харучан. Мне нужно поговорить с Сасуки-сэмпай. Сасуки-сэмпай. Тебе нужно? И вот появляется свидетель в самых неожиданных местах. По словам Харучан, в эту дождливую ночь она работала на кассе, когда появилась Аои с котенком на дороге. Котенок был голодный, Аои хотела его покормить. Так началась их дружба, и даже после того, как Аой перестал ходить в школу, Харучан встречал ее несколько раз. Аой-сэмпай продолжал говорить, что ее сигнал не доходит. То есть она пыталась звонить? Ай. Да.
пару раз. Она сказала, что ей нужно войти в контакт с Богом, чтобы исправить игру. Но очевидно, что у нее не было никакого сигнала. У нее даже не было сим-карты. А? Сим-карты? Что за сим-карта? Как бы мне объяснить это? Это IC-карта, на которой хранится твой номер телефона, адресная книга и все остальное. Ладно, Синичи, ты не знаешь, что такое сим-карта? Без этого твой телефон не может делать ничего, кроме как быть телефоном. Если так подумать, я никогда не заглядывал внутрь ее телефона. Она никогда не посылала мне ни единого письма. Она дала мне свою контактную информацию и сказала, что это символ нашей новой дружбы. А, забавно. Она немного чудаковатая, да? Харучан застенчиво улыбается, и мне кажется, что комфортнее становится от этого. Ее улыбка такая милая, и я не могу не смотреть на нее. И если она в театральном клубе, значит ли это, что в какой-то момент она разделит сцену с Миюки? Извини, послушай. Я чувствую, что встреча с Аой-сэмпай дала мне немного смелости. И я решила перевернуть с нового листа, в общем, начать жизнь. Поэтому у меня есть большая просьба к тебе. Ты не против? Да, конечно, ты мне очень помогла, поэтому я готов ответить тем же. Есть кое-кто, кого я думаю, тебе стоит поцеловать. Что? Только не говори мне, что ты хочешь, чтобы я поцеловал тебя. Да. То есть, поцелуй... Да. Нет, я имею в виду не это. Что? Неправильно. Это не то, что я имею в виду. Вообще, я не хочу тебя целовать ни капельки. Понятно. Я имею в виду, что Суки-сэмпай, ты совсем не грубый или что-то в этом роде. Это не так, на самом деле... Ты на самом деле в моем вкусе и все такое, о боже, что же я говорю? Давай просто сделаем глубокий вдох и успокоимся, ладно? Хорошо. Застенчиво и неуклюже по моей вине. Это... Да, такая милая, серьезно. О, прости, секунду. Я подбираю свой телефон и проверяю почтовый ящик. О, письмо от Миюки. Ты занят позже? Нужно поговорить. Пожалуйста, давай встретимся в бейсбольном месте. Это важно. Сегодня луна великолепна. Цветки чирикают, когда я иду к реке. С того рокового дня я не возвращался в это место по бейсболу. Но Миюки... Форма ее прекрасна, как всегда. Бейсбольный мяч взлетает и отправляется в сетку. Ой, что у меня отрыжка. Хочешь попробовать? Не, я пас. Тебе никогда не надоест просто смотреть? Да нет, на самом деле, видимо, ты тоже не устаешь размахивать и ударять. Конечно, нет. Мне же нравится эта вещь. Мне нравится стоять здесь и смотреть, как мой мяч улетает. С замахом. Без игры никакой лжи. Мне не нужно думать, я просто могу быть собой. А, точно, арты. Почему-то я чувствую, что знаю, к чему она клонит. Микки качает эту бейсбольную биту, как будто она освободила ее от всех проблем в мире. Знаешь, теперь, когда она ушла, когда она далеко, я скучаю по ней. Я наконец поняла это. Я буду откровенно честно с тобой. Я всегда ненавидела Аой. Я хотела, чтобы она ушла. Я не хотела быть рядом с ней. Но в то же время я не могла ее отпустить. Потому что внутри, глубоко где-то, я хотела быть ей.
Она была верна другим и верна себе, и всегда отстаивала то, во что она верила. И это то, что мне нравилось в ней. Поэтому я решила. Может быть, я могла бы стать такой же? Может быть, я смогу научиться быть похожей на нее, перестать думать и начать встречаться со своими страхами, наконец. Поэтому сейчас, Шиничи. Она поворачивается ко мне лицом к лицу, и это место затихает. И все заходит в тупик. Я укоренен в том месте, как будто она поймала меня за сердце. Ты готов выслушать меня? Готов. Я и понимаю, почему Миюки завидует такой прямой, бескомпромиссной девушке, как Аои. И теперь, когда Аои изменила ее, я знаю, что она собирается сказать мне. Она боялась причинить кому-либо боль и получить травму сама. Ну или боль, опять же. Поэтому она подавляла свои чувства на протяжении всех этих лет. Я хочу, чтобы ты знал, что я люблю тебя. Ее волосы разлетаются на ветру. Развиваются, господи. Мой язык, пожалуйста, простите меня. Наконец, застывшее пространство между нами снова тает. И у нас есть... Мы можем благодарить Аои за это. Один из твоих клубных подчиненных, Харучан, кажется, да? Она попросила меня поцеловать тебя. Что? Харучан, сделай это! Зачем? Две причины. Одна, чтобы помочь сделать игру успешнее. И вторая, потому что Аои попросила ее попросить меня об этом. Аои попросила ее? Она сказала, что столкнулась с Аои несколько раз с момента ее исчезновения. И по ее словам, Аои сказал, что она молится за нас, чтобы мы наконец были вместе. Сонанда. Вот оно как. Никто из нас не говорит этого, но мы оба знаем. Аои решила исчезнуть, чтобы помочь нашим отношениям расцвести. Она боялась помешать нашему роману, Мике. Я тихо подхожу к ней. Обычно она испускает эту пугающую вибрацию, но физически я больше, чем она на длинный выстрел. Ну и выше, конечно. Она смотрит на меня глазами, полными надежды и беспокойства. Что бы это ни было, Аои пыталась подарить мне свою смелость. Поэтому, пожалуйста, пусть эта смелость позволит мне сделать этот последний шаг. Даст мне силы, чтобы противостоять моим чувствам, даже если это будет означать, что мне будет больно. Пришло время наконец признаться во всем, что я тайно чувствовал все это время. Я хочу поцеловать тебя, Миюки. И не для какой-то игры. Не потому что Аои попросил, хотела этого, а потому что я всегда любил тебя. Да чего же трогательно, да? Они говорят, что жизнь — это серия выборов. Только помни, это кусок дерьма. Бога там нету, как бы ты ни крутил. И его не существует. Вчерашний день ведет к сегодняшнему дню, а сегодняшний день ведет к завтрашнему дню. Что ж, впереди? Я собираюсь это выяснить. Синичи. Медленно мы приближаемся. Ты хочешь быть моим первым? Моратте. Я медленно закрою глаза. Хочу. И с этим наши сердца наконец объединяются в одно целое. Как бы мы уже стали ее первым, но... Ну да ладно. Все она мило видит. Что, кажется, скоро уже начнется, да? Да. Мы смотрим вниз на старую гимназию с нашей обзорной площадки на крыше. После той ночи я вступил в театральный клуб. Только с одной целью — заставить их пересмотреть сцену поцелуя Миюки.
Я знал, что это эгоистично, но я просто не мог вынести мысли о том, что какой-то парень другой будет целовать мою девушку. Мою девушку. Прошу заметить. Естественно, режиссер и драматург были полностью против этого. Спектакль уже хорошо складывался, и как только они прибили сцену поцелуя, она... все, этот спектакль был бы идеален. И теперь, по их словам, кто-то собирается менять это, они не смогли бы отполировать вовремя это. И они, вероятно, не оценили какой-нибудь рандом, появляющийся из ниоткуда и требующий такого масштабного изменения. Я не виню их за это, конечно. Но я не собирался сдаваться. Я ходил к ним снова и снова. Я знаю, что я маленький ревнивый ублюдок. О, кажется, начинается. Когда я смотрю на закат, я слышу приветствие толпы. Мне жаль. Я знаю, что я такой эгоистичный ублюдок. Хватит извиняться, ладно? Я все равно люблю тебя. Даже ту эгоистичную сторону в тебе. Микки улыбается мне без намека на обиду. Она была тем, кто в конечном счете решил судьбу пьесы. Мне сказали, что она пошла к ним и угрожала уйти в отставку, если они оставят сцену поцелуя нетронутой. И, в общем, вот она здесь стоит рядом со мной. Она так старалась на своих репетициях тяжелой работы. И это был ее шанс попасть в высшую лигу, ну, стать популярной. И теперь она выбросила все это. Старый я чувствовал бы себя чертовски виноватым за это. Но теперь я другой. Я вижу, какую жертву она принесла, и я люблю ее еще больше за это. И теперь я собираюсь сделать ее счастливой на всю оставшуюся жизнь. Это обещание, которое я дал самому себе. Не, Синичи. Эй, Синичи. Да. Взявшись за руки, мы смотрим в западное небо. Солнце заходит за горизонт. Мы стоим там, не промолвив ни слова. Наши сердца бьются, как одно целое, пульсируя потоком времени. Солнце горит багровым, когда оно медленно спускается вниз. Не, ну этот вид ночью вообще просто. Затем, наконец, наступает ночь. Я бы залипал часами. Один за другим огни города мерцают. Как будто в ответ звезды выходят над головой. Да, я впервые на крыше ночью, на самом деле. И вместе мы теряем себя в захватывающем духе виде. Сколько времени прошло сейчас? Так, в общем, ребята, в общем, мы возвращаемся снова сюда, где мы сдались, теперь не сдаемся. Слушай, я чувствую, что должна быть какая-то подсказка. Понимаешь, это чувствую нутром, чувствую животом. Должно быть вот что-то такое, верно? Не так, не так. Я чувствую, что вот прямо на кончике моего языка есть что-то. Ладно, думай, думай, где я могу найти подсказки? Так, мы выбираем мобильную игру. Что я выбирал мобильную игру? Мобильная игра. А, там мобильная игра. И что? Понимаешь, есть игра, которую я позаимствовал у Ютару, и у нее есть персонаж, который точно такой же, как Оэ. И не... И она не просто выглядит копией, она точно такая же, и мыслями, и всем тоже, и эта сцена есть тоже в игре. Микки вздыхает, недовольная. Неужели теперь ты тоже смешиваешь игры с реальностью? Что, нет, 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 послушай меня. Аои разыгрывает сцены из игры, и когда она нашла этого бездомного котенка, все, что она сказала, было похоже на воспроизведение один в один этой игры. Стенеко, а что? Так как она достала кошку, она так старался изо всех сил достать кошку из приюта? А, ну... Действительно ли она пойдет на все эти неприятности, просто чтобы воссоздать сцену из игры? Я не вижу никакой причины для нее прикладывать столько усилий. Ну, значит, это просто совпадение? Что еще это может быть, по-твоему? А, ну... Может быть, божественное чудо? Синичи! Синичи! Все, мы дошли до того момента, где я остановился в прошлый раз. Микки повышает свой голос. Я понимаю, что ты сейчас взволнован, но... Возьми голову на плечи, как говорится. Используй свою голову. Бог не настоящий. Ты знаешь это, не так ли? Ну, верно, да. Конечно.
Я просто пытаюсь использовать мою голову. И думаю, я закончил говорить как сумасшедший. Ты устал, наверное. Так что иди домой и отдохни. Так что увидимся завтра в школе. Так, ну пока квиксейв сделал, у нас еще есть время. Что-то я... А, я пораньше решил что-то закончить. Не знаю. Но я не могу уснуть. Мой мозг не переставал думать об этом. Телефон лежал на зарядке в моей подушке. Я не играл в него с того дня во время занятий. Может быть, я бы узнал что-то полезное в АО, если бы добился определенного прогресса в игре? О-о-о! Давай! Ну, тут уже конец серии, пусть интрига останется, да? Может быть, Миюки была права? Возможно, я просто смешиваю видеоигры с реальностью, я имею в виду, что АО никак не могла изо всех сил пытаться спровоцировать с котом вот эти все вещи, с кошкой, котом, не знаю. Я продолжал вспоминать, что в тот же день я видел ее стоящей под дождем. Я могу представить, как она бесцельно бродит по темным улицам с котенком на плечах. А, к черту все это. Можно назвать это плохим случаем мозга геймера, но мне пофиг. На данный момент я сделал все, чтобы очистить эти затянувшиеся сомнения. Давай сделаем это. Время геймер. Я прыгаю с кровати и беру телефон, который я позаимствовал. Двадцать минут спустя. Я стою перед школьными воротами. Они полностью заперты на пешеходных воротах, даже есть замок. И нет другого способа проникнуть внутрь. Но если эта игра верна реальной жизни, то АОЭ определенно там. Это мой последний шанс повернуть назад. Я делаю паузу у входа, чтобы сделать глубокий вдох. Спустить give up. Fuck it. Мы решились, какой give up? Иначе Етора у нас вообще не зауважает еще сильнее. Я приложил руки на решетку школьных ворот. Металл мокрый от дождя и немного холодный, чем я ожидал. Громкий грохот эхом разносится по освещенному лунным светом университетскому городку. Кампусу, ладно. Ну, школе. Но мне пофиг. Я поднимаюсь и перепрыгиваю одним плавным движением. Аое, пожалуйста, будь тут. И вот он, я здесь, один в школе, на школьной площадке посреди ночи. И немного жутко, если по правде сказать. В любой другой ситуации я бы, наверное, развернулся и побежал домой, с хвостом поджатым между ног. И все же, как ни странно, я нахожусь в приподнятом настроении. What the fuck? Ночью внутренняя часть моего шкафчика для обуви простирается в бесконечном туннеле тьмы. Когда я переодеваюсь в домашнюю обувь, большой стук моих подошв по линолеуму, похоже, отражается как выстрел. Это невероятно, как разница в несколько часов может превратить знакомое место в совершенно другой мир. А ой, где-то здесь, скрывается в темноте. Я странно уверен в этом. Я пробираюсь по коридорам, стараясь не издавать ни звука. Бинго! На полу есть лужи дождевой воды. И эти лужи образуют след. Черт, как не хочется на этом заканчивать. Господи, эти звуки. А ой, ты где? Ты здесь? Мой голос эхом исчезает во тьме. И тренажерный зал был абсолютно во тьме. Обычно в этот час здесь не должно быть ни души. А ой, я знаю, что ты здесь. Так в этот раз мы без Миюки. Тише! Еще две минуты, ребят. Я слышал тебя. Это точно был голос Аои. Я в этом уверен. Эй, пожалуйста, ответь мне. Котенок мяукает обратно на место Аои, отвечая. Я следую за звуком к сцене. Аои. Фу, слава богу, господи, что ты делаешь в такой глупой одежде? Ты действительно чувствовала необходимость надеть ее только потому, что чтобы спасти котенка?
Ты попал под дождь, не так ли? Ты забыла взять с собой зонт опять? Послушай, ты так и заболеть можешь. Не надо, чтобы ты заболела. А он не говорит ни слова. Он отказывается отвечать. Я протягиваю руку, чтобы взять ее за руку. Слушай, давай просто вернемся ко мне. И... Нет, нельзя. Вау, она шлепает меня по руке, отвергая мою помощь. Но я отказываюсь идти домой с пустыми руками. Пожалуйста, не говори так. Маленькая вещь, вероятно, замерзнет. А вот и маленькая вещь, кстати. Котенок мяукает, как будто соглашается. Ну хорошо, бери Эру. Аои собирается исчезнуть. Что? Мое существование не имеет цели. Что? Пожалуйста, не говори таких... Не будь глупой. Аои хочет, чтобы Синджи и Миюки были вместе. Вот почему Аои подружилась с тобой. Да-да, ты говорил об этом с самого начала. Но сейчас это не имеет значения. Аои не может нарушить обещание вроде. Или нарушила. Мик сказал, что разорвет все связи, если Аои спасет котенка. И что? Ты сильно думаешь, что... А, я думаю, что ты поступила правильно. Но это не важно сейчас. Слабый шепот Аои пронзает мое сердце острее любого крика. Аои больше не имеет права быть другом Миюки. И Аои не может быть романтическим вариантом. Так что теперь жизнь Аои не имеет смысла. Пока-пока. Аои поворачивается ко мне лицом. Ой, наоборот, спиной. И маленькая... как сказать, фигура исчезает в тени. Эхо ее шагов становится слабее. Затем она исчезает за кулисами. Это действительно к лучшему? Аои! Прежде чем я узнаю это, я бегу за ней. Я бросаюсь вперед и хватаю ее за руку. Подожди! Нет! Аои! Аои пытается вырваться, но я блокирую ей путь. Ее глаза расплываются от слез. Слезы грусти. Твоя жизнь имеет цель, и она не бессмысленна. Нет, не так. Аой просто передатчик. Чудачка. Кому она? Я имею в виду, да, я признаю, я сначала думал, что ты была довольно странная, совершенно непредсказуемая, всегда одинокая, и тогда ты случайно попыталась нас шантажировать обоих. Но времена проходят, и я начал беспокоиться о тебе. И я начал получать удовольствие от того, что ты рядом со мной. Ты просто запутался. Нет, не запутался. Посмотри, или послушай меня, у меня абсолютно ничего нет. Я ненавижу быть в центре внимания. Моя жизнь скучна и без происшествий, и я не хочу этим заниматься, продолжать. Однако все же я вот тут вторгаюсь ночью на территорию школы. И все ради того, чтобы выследить тебя. Но, Миюки... Миюки сейчас вообще не важна. Ты моя подруга, верно? Помнишь? Подруга. Боже, дамба разрывается, ее слезы катятся по ее щекам. Друзья. То есть, мы можем быть друзьями. Ты уверен, что хочешь быть моим другом, даже если Миюки разорвет отношения со мной? Конечно. О чем вопрос вообще? Слушай, я не позволю ей разорвать все связи с тобой. Мы втроем останемся друзьями навсегда. Синичи!
Ави прыгает в мои руки. Боже, как это грустно. Спасибо большое. Боже, я не хочу заканчивать. А я надеюсь, вы со мной согласитесь. Как можно закончить на такой вещи? Время уже не тикает. Ничего, Ави хочет остаться с тобой. Тоже. Кем я буду, если я закончу на этом моменте? Ой, просто хочет оставаться с тобой друзьями. Она прячет лицо в мою грудь и начинает рыдать еще сильнее. Ну, я нежно погладил ее по волосам. Мы оба такие ужасные в этой дружбе. Но мы можем просто разобраться по ходу дела. Я уверен в этом. Ну и тебя мы не забудем, конечно, верно, козявочка. Тем временем котенок мяукает на нас, как будто он подбадривает нас. Тю-тю-тю-тю. Хрен нас два, мы отпустим их. Ладно, а теперь... Ты на моих плечах и... Да-да. Каги... А, закрыто? Закрыто, да? Конечно, закрыто. Ночь все-таки. Хайру токи. Аой га открыла до этого. Боже, ее же никак нельзя раскрыть. Открыть. Ва? Айтану. Вот и открыто. Что? Конечно же, замок открывается. Коре гуай ино. Такие вещи могут пригодиться. Она держит заколку для... в виде котенка, который я ей подарил. Фига. Когда она сказала мне, что возьмет ее с собой в карман для хранения, я не думал, что она собирается использовать ее для чего-то вроде этого. Так вот как ты открываешь дверь на крышу. Сонано. Да. Ее детская невинность на самом деле превращается в такой ужас. Эй, что такое козявочка? Харапеко нано? Ты голодный? Конечно. Он все еще маленький котенок, и в конце концов ты... Мы должны немного взять молока. Но магазин, скорее всего, уже все закрыты. Комбини де... Может быть, милк? Угловой магазин? Подожди, разрешено ли котятам пить тоже молоко, что или... О, это тот момент же, точно. Дура. Ваканайно. Я не знаю на самом деле. В любом случае, рано или поздно такой козявочке понадобится какая-нибудь еда. Ну ладно, пошли к угловому магазину. Так, ладно, все, давайте закончим, потому что время уже, да-да-да-да. Я не хочу перебарщивать сильно, просто был момент, да. Как только я захожу, я смотрю на стойку. Подожди, кто за стойкой, мне интересно. Это не Ютаро. Кто-то работает на кассе, но не Ютаро. Ирашайма! Да, добро пожаловать! В этот раз мы зашли. Все, на этом мы закончим. Короче, да. Все, вы меня теперь не убьете и простите, да, за то, что мы не закончили на трогательном моменте. Я серьезно, я не знаю, кем бы я был, если бы мы закончили на том моменте, серьезно. Так что спасибо вам за просмотр. Увидимся в следующей серии. Надеюсь, будете скучать, ждете. Все. И простите за мой язык, потому что сейчас марафоню, и поэтому вы понимаете, да, в каком состоянии. То есть, когда ты марафонишь, ты мало спишь, ты не бодрый. Ты чувствуешь себя хреново. Так что марафоны — это, знаете, как стримы. То есть ты постоянно стримишь, ты постоянно записываешь видео, почти не отдыхаешь, потому что ты, как только обработал видео, ты можешь даже во время обработки записывать видео, я вам признаюсь, да. И из-за этого я сейчас в говно, но не полностью, поэтому иногда мой язык искривляется или несет херню. Сумимасен, сумимасен, пожалуйста, простите. Так, все, я тяну еще больше времени. Ладно, все, поехали. Пока-пока. Увидимся в следующей серии. Пока-пока-пока. Все. Deep, so this letter I write, I want to be free.